И суда на расправу скоро бан. Пятиминутная подготовка, через несколько минут начало съемок проекта «Шимвойс» в ресторане «Чинзана». Участники третьего тура будут бороться за место в полуфинале. Наставник дает напутственные советы. Задача конкурсантов не только хорошо спеть, но и создать образ. Участники проекта работают над образом, исполнением произведений, можно сказать, сутками. Как и полагается, при работе бок о бок не обошлось и без любви. За время подготовки проекта образовалась влюбленная пара, и не одна. Участники даже просили исполнить песни дуэтом. Как и во всяком проекте, были эксцессы в виде исключения из проекта. Но с единогласным решением жюри участника вернули на «Шимвойс». И по просьбам многих телезрителей дали шанс еще одному конкурсанту попробовать себя в проекте еще раз. Решением жюри в полуфинал из последней шестерки прошли следующие участники. Полина Деревянко, Бахыт Турлыбеков, Асель Усипаева, Тина Худайберген Ахсункар Турали. Имя победителя мы узнаем 25 ноября. В финале проекта «Шимвойс» выступит звезда российского и грузинского шоу-бизнеса Сосо Павлиашвили. Шудин Саидов, Халымжан Ерназаров, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Утрар».